Всем привет, дорогие друзья, с вами Dante of the MC, и сегодня мы будем проходить мою любимую игру под названием... Отлично, я как раз въехал в тему, вот как раз, старт, сразу же нажимаем старт. Я уже поставил себе нужное мне... Все нужно, поставил все на максималке, обучение возьмем, конечно же, охотник на демонов, конечно же, я человеком никогда не был, да и не буду, 100%, автокомбо. Devil May Cry. Блин, я R не выговариваю, страшно. В общем, мы начинаем. Кстати, чувачки, у меня полностью русифицированная версия. И да, я решил заварить себе валерьяночки. Если вы не знаете почему, посмотрите мой прошлый выпуск по Майнкрафту. Он будет вот прям-таки прошлое видео. Вы узнаете почему. Я так сделал. Начинаем. Бесит. Просто начинаем игру. Вот этот выдачок надо посмотреть обязательно. Тысячи лет назад черный рыцарь Спарда обратил свой меч против собратьев демонов и встал на защиту человеческой расы. Но, несмотря на его подвиги, во имя наше, боюсь, многие забыли правду о той великой жертве. Если события тех ужасных времен повторятся, и миры демонов и людей снова сольются воедино, мы, слабые люди, не сможем ничего противопоставить злобным поработителям. Потому я призываю вас объединиться и молиться, что даже если мрачные времена придут снова, наш благой Спаситель укроет нас от ужасов бури. Помолимся. Да, я понимаю, что ты верующий, всякое такое, я вот тоже верующий, но молиться с тобой я не буду, я не могу. Сам понимаешь, почему. Отдохнул. Кстати, а у Неро наушники через текстурку волос проходят. Неро, что не так? Я пошел. Молодец. Но еще не кончилось. Проповеди на меня сон нагоняют. Я тебя понимаю, чувак. Нет, ну хотя, в принципе, проповеди иногда бывает хорошо послушать, это полезно, но... Красава, чувак! Только ты так можешь. Давай, Данте, убей его полностью. Оба, чирик. Нет, ну это было слишком жестоко, согласитесь со мной. Даже дети были, он при детях убил Санктуса, или как там его, Санктума, я не помню, как его назвали. Вроде бы Санктус. В общем, Данте опять в крови, это неудивительно. Блин, наверное, меня нифига не слышно, а я тут ору на всю комнату. В общем, чуваки, сейчас, наверное, всех положат, соноплюхи, наверное. Так что, уже с двух максимум. Это редко бывает. Умри. Там умри, тут умри, везде умри. Хеллоу. О нет, только не подарок Киви. Нет! О боже мой, боже, божечки мои. Нет. Да, именно так. Ну Данте, как обычно, всех положил, как я уже предсказывал, с одной плюхи. Каждого с одной плюхи. Вот теперь, хотя бы меня лучше слышно будет. Вот так вот. Кредо! Кире! Ауч. Это было больно, чувак. Оба, чирик. Писал, красава, чувак. Кстати,
Только не свои наушники, у меня какие-то за 12 баксов. Это, в принципе, подарочные. Мне даже жаловаться нельзя. Подарочные, да. Хватай брата и беги отсюда! Я вернусь с подмогой! Займи его до тех пор! Если вы понимаете, о чем я. И чем они будут заниматься? Да, правильно, играть в телефон! Не дождетесь. Музычку слушать. Обнимашки, чуваки, обнимашки. Реально, обнимашки. Так ходи обнимашки, больше ничего. Умри, Данте! Оба, Чирик. Вставай. Нет, только не меч. Нет, Данте, спаси Ниро. Он вообще-то беспомощный мальчик. Чувак, ну ты сверхсильный. Дай мне своей силы. Хоть немного дай мне свои силы. У тебя странное понятие о честной игре, приятель. И это меня достало. Как это тебя достало? Нира, что тебя может достать? Только я могу тебя достать, чувак. Больше никто. Так, начинаем. Миссию. Так, движение, стрельба, все, я понял. У меня уже... Опять изменилось управление. What the fuck up, bitch? Сейчас я быстро изменю управление. Так как я не могу так играть. Управление, да, именно управление, чувак. Именно управление, только хардкор, только управление. Давай, стрельба, это... И вроде бы прыжок и такая адская. Все нормально. Подтверждаем. Все. Будем играть нормально. Вот так гораздо удобнее, согласитесь со мной. Блин, надо звуки потише сделать в следующий раз. А то так не получается. Прыжок! Данте, не убивай меня! Нет! Блядь! Сдохни, холоп! Танцуем, чувак, давай! Давай, ты водишь. Оба, Чирик. Let's dance. Черт, попал. Подшиву рот, а. Хотя нет, Данте, трудишь. Данте of the MC, это мой канал, поэтому я не имею права обсирать Данте. Никогда. Не, надо сделать звук все-таки потише, блин. Уйди нафиг! Я тебя уничтожу! Все, вроде бы, да? Все. С этим обучением покончено. А нет. Еще не все. Ну что ж, давайте. Оба! И бутылок. Ай-я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 й. Что за лаги? Откуда лаги, блядь? Блядь, ты же должен отбивать его пули, ну, блядь. Уйди! Да, блядь, я победил! Всё. Во, сначала сразу. Что-то не рулит. Согласен. Зачем таскать такой крутой меч, если им не пользоваться? Ха. Это звучало очень круто, согласитесь. Уничтожи его! What the fuck up? Умри! Да, но с этим мы быстро покончим. Ну, 3 из 3. Все.
Вихер, не знаю. Опа! Блин, надо его еще поймать. Вот этот шпадло в последний момент повернулся, а? Иглой меня еще мочит, ну ты, сука! Блин, не дотянулся. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Умри! Блять, опять игла! Опять! Я как пидорас рубю-то, меня еще не слышно к тому же. Все, уста тебе! Блять, давай! Блять, да ты... Ты как лошара, только одним этажом ниже! Лайкни, если согласен! Умри! Блядь! Ненавижу вот такое обучение, я ненавижу! Просто ненавижу! Умри! Да не нужно мне показывать 100 раз, как этот хитер делает! Да! Умри, Данте! Ай, здесь стой, Кирилл! Я знаю, что такое красная сфера. Я играл в третью. О, нет! Нет! Эпично. У тебя есть трюк в запасе? Нету. У меня нет. А я думал, ты не мой. Да, но он не твой. Трюк. Получи! Получи! Значит, ты тот. Красавчик. Просто красава. По-другому не назвать. Извини, что перебиваю, но я хочу свернуть лавочку до прибытия кавалерии. What the fuck? Давай, отлично. Умри, Данте! Умри! Отлично. Ну все, чувачки, думаю, скоро мы на этом закончим, мы сейчас досмотрим видосик. А в следующей части мы уже начнем. Поиграться, батл. Значит, хочешь, да? Вроде бы как. Ладно, я пока никуда не спешу. Крутой, значит. Ладно. Ну что, даже с этим видосиком, думаю, мы уже закончим. Вообще, закончится он уже. И мы закончим. Придется тебе крылья немного пообломать. Согласен, чувак, согласен. Как скажешь, пацан. Пацан. Ой, бля, не в том смысле. Ладно, чувачки, будем на этом заканчивать. И если вы тут впервые, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, комментируйте. И всем пока!